Это капельная лента, которую мы убрали с рядов. Вот у нас ряды здесь были по две капельные ленты, мы убрали, сделали такую кучу из капельной ленты. Здесь, ну, такая 4×4, довольно большой объем капельной ленты. И в дальнейшем мы ее запрессовываем, улаживаем. Запрессовываем в пресс. Здесь основная проблема — достать эту капельную ленту, перепутанную с этой всей массы, и в этот пресс уложить. А размер этого пресса где-то вот 1,30 м. Здесь 80, здесь вот тоже около 80. То есть такой он прямоугольный. Потом он этот пресс прессует, и получаются тюки. Такие вот, лента, которая увязывает эти все, эту всю капельную ленту, и получается такой компактный тюк с капельной ленты. Закрываем и начинаем прессовать. Там стоит мотор дизельный, который приводит в действие гидроцилиндр, и он прессует все это дело. Гидроцилиндр уже выдавливает этот тюк, задавливает сюда. Слышно по мотору, что пошла нагрузка. Очень такое нехитрое приспособление. Пока здесь присутствует тюк, готовится новая капельная лента. Добавляем сюда, чтобы максимально забить этот будущий капельную ленту. Это вся отработанная ПУ капельная лента пойдет на вторсырье, на переработку, и возможно вот еще там будет она опять капельная лента. В капельной ленте остается еще вода, и пресс так сильно ее выжимает, что эта вода выходит с капельной ленты, и вот она все стекает сквозь щели. Подается туда капельная лента, и ногами запрессовываются. И в это время включают гидроцилиндр. И самое главное — успеть отстать оттуда ноги, чтобы ноги не запрессовались. Тюк вот сейчас там находится ногами, и включается гидроцилиндр. Необходимо успеть оттуда встать, вот раз, и потом гидроцилиндр запрессовывать капельную ленту.
мотору слышно, что он, у него подрастает наружка, значит, уже капельная лента сильно хорошо запрессована. Опять очередной заход пресса. Налаживаем капельную ленту и опять будем. То есть вся эта куча, которая только что была, вмещается вот в эту пресс-машину. В то время, когда мы тюкуем, наш менеджер договаривается, куда будет реализация этих тюков капельной ленты. Вот, включается раз, и быстро нужно туда встать, чтобы ноги не остались отдельно. Вот, прессуется. Вся эта куча из капельной ленты, это всего лишь половина, получается, этого приспособления. Вот видно, где остался. Видно вам? Видно, вот, где вместили вот эту кучу, вот реально в такой вот пока что тюк. Сейчас мы переедем дальше, там он лежит. Это добавим сюда еще в бэушной капельной ленты, и это будет уже полноценный тюк. Потом он увяжется втягивающей лентой, и получится вот такое вот приспособление, вот такой вот тюк из капельной ленты. 1,30 на 80 где-то вот такие у него размеры. 1,30 и 80 Весом 180-200 килограмм. Реально поднять одному человеку, это очень нереально. Я попытался его сдвинуть, он очень тяжелый. И вот видно, осталась вода от выжатой капельной ленты. Переезжаем дальше, чтобы добить тот будущий тюк в этой пресс-машине. И продажа на вторсырье такую капельную ленту в таком вот в размере, в таких тюках очень удобно. То есть сама логистика теперь будет очень дешевая. Если не утрамбовывать и продавать капельную ленту не утрамбованную, то доставка на 1 тонны будет очень дорогая. А здесь в машину в одну и ту же может влезть не 1 тонна, а теперь несколько десятков тонн даже. И вот там по полю видно, вот это уже тюки, которые сделали.